Добрый день, уважаемые посетители нашего интернет-магазина Nicebike. Вашему вниманию предлагается обзор коротенький велосипеда Bergamont Bellamini N3. Велосипед подростковый, с планетарной втулкой, с динамо-машиной в переднем колесе, с защитой цепи, подножкой, багажником. Все, что необходимо для езды, все в этом велосипеде присутствует, ничего больше докупать не надо. Велосипед регулируется по высоте под сидельный штырь, удобное достаточно седло, алюминиевый багажник грузоподъемностью до 25 кг, максимальная нагрузка. В велосипеде полноразмерные крылья, брызговики, задний фонарь, который приводится в действие освещение с динамо-машины, и какое-то время фонарь светится в темноте, если вы остановились. Соответственно, дисковые тормоза отсутствуют, здесь V-брейки стоят. Планетарная втулочка маленькая, трехскоростная. Бывают планетарные втулки 7 и 8 скоростей, но это уже на взрослых велосипедах. Защита цепи от попадания штанины, пластиковые педали, как я и говорил, динамо-машина вставлена в переднее колесо. При движении свет, соответственно, передается на передний фонарь и автоматически светится задний фонарь. Регулировка происходит переключением рукоятки. При переключении происходит изменение передачи отношения и скорость переключается. Ручка ровно посередине, это центр тяжести велосипеда. Если за ручку взять, велосипед будет удобно лежать в руке для переноски. Хорошие городские покрышки, диаметр колеса 24 дюйма. Подростковые модели также бывают на 20 дюймовых колесах у производителя. Вот такой велосипед. Регулировка есть выноса. Вынос можно приподнять болтом, ослабив болт, выставить на градус необходимый. Посадку сделать более прямой, либо, откинув вынос, сделать посадку чуть вперед. Удобные грипсы, мягкие достаточно, в меру. И велосипед вот такой веселой расцветки. Спасибо за внимание. До свидания.